Очень легко изображать пикейного жилета из города Черноморска и говорить о геополитике. А когда переходишь к канализации, когда переходишь к общественному транспорту, когда переходишь к этой клоаке центрального базара, не будем говорить, как пахнет сортир на центральном автовокзале и так далее, то чем ближе к конкретным проблемам, тем труднее, тем больше ответственность. Короче, расстояние между человеком, который за тебя проголосовал, и тобой, который взял на себя эту ответственность. Я это прекрасно.